На лавочках, в автобусах и детских площадках Кировской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию. Напомним, оно началось 25 июня и будет проходить еще два дня. Сегодня в Центр избиркоме подвели промежуточные итоги. Оказалось, что жители Кировской области отдают предпочтение голосованию на улице или дома. В первый день голосования выездные формы выбрали 51%. Остальные предпочитают традиционные стационарные избирательные участки. Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса для наибольшего охвата голосов избирательные участки могут располагаться во дворах, в садовых товариществах. В Кирове организованы даже автобусы для голосования. По данным Центра избиркома, явка в нашей области на утро 28 июня составила 21%. Проголосовали почти 303 тысячи человек.